Здравия желаю, уважаемые гости и подписчики. Многие спрашивали про реле Амрон. Давайте посмотрим. Вы видите реле Амрон в разобранном виде. Тут вы видите катушка, тут вы видите реле. Катушка красная. Дальше. С этой стороны вы видите контроллер микросхемы. Сопротивление и печатная плата. Далее. С этой стороны вы видите конденсатор входной. Конденсатор выходной. То есть это электромагнитная катушка. Вставляется система вот в это, значит, матрица. Вот матрица. Вот есть, значит, паз у ней. Паз. И вот сюда в паз вставляется. Видите, вставили. Теперь вытащим. Посмотрим, значит, подключение. Итак, подключение. Значит, по номерам здесь. 7, 0, 8 фаза. Второй. 7, 0, 2 фаза. 8 контакт, который надо разорвать. Вот он. То есть подключаем вход контакта. Дальше. С этой стороны. Номер 5. Нормально закрытый контакт. Номер 6. Нормально открытый контакт. Вот и вся схема. То есть 2, 7 питание, 8 это фаза, которую разрываете. 5. Значит, нормально открытый контакт. 6 нормально закрытый. Вставляется система вот на эту матрицу. Видите, здесь есть прорезь, паз. И вот так. Таким путем эта система работает. А сверху идут часы. Вот они. Где мы устанавливаем время вот этими кнопками. А здесь устанавливаем время для нормально закрытого контакта слева. Здесь устанавливаем, значит, секунды, часы, минуты и так далее. Десятые секунды. Здесь устанавливаем для нормально открытого контакта время. И то же самое секунды. Установив время, мы включаем в работу. Вот это я вам и хотел сообщить. На этом, значит, говорю вам большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, пишите. Всем удачи и железного здоровья.